Суд Жлобинского района разглядел криминальную справу у относинах до 60-годового мужчины. Громадянин у стане алкогольного опьянения кинул у инспектора ДАИ пластиковую и две шкляные бутельки. Одна из них трапила ему у голову. Инцидент отбылся у жнивни подчас несанкционованного массового мероприемства. Супрацовник правоохранных органов отримал травму. Когда находились в шеренге, почувствовал удар каким-то предметом. Потом сразу услышал, что звон разбитой бутылки. Ну, через несколько секунд почувствовал, что теплое на лице. Ну, понял, что течет кровь. Обвинувачанному назначено покарание. 4 года позбавления воли и грошовая компенсация у померы 1500 рублей. Знаю, почему ты на полиции, а для этого ни на пленку назад не отмотаешь. Да? Противозаконной власти куда идти? Противозаконной власти пиши идти. И наше будущее сидеть. Да лучше на свободе будешь сидеть.